Всем привет! Сегодня я буду переодевать Илью и Алёнушку в наряды на Хэллоуин. Приятного просмотра! Как вы уже поняли, я решила переодеть героев в образы Кхала и Дейенерис. Поэтому без лишних слов, начинаем! Первым делом оголяем торс Ильи и подготавливаем его к новой одежде. После на руке рисую повязку. Затем пояс. И штаны. Далее намечаю контур брони. И обвожу. Немного изменяю прическу Ильи, делаю ему хвостик. И тут надо было бы сделать очень длинные волосы, так как Илья сражался не в одной битве. Но я решила не делать ему парик, а оставить его родные волосы. Перехожу к Алёнушке. Рисую контур рук и нового платья. Раскрашиваю одежду Ильи. Цвета для этого подбираю природных оттенков.
оголяю руки Алёнушки. И раскрашиваю платье Дейенерис. Добавляю тени на одежду. Рисую узоры на броне. И сшиваю ее. Также добавляю боевой раскрас Илье. А теперь причесываю Алёнушку, завиваю ее волосы, и добавляю пряди.
убираю повязку с головы и челку. Немного изменяю рубяна на более мягкие. И, наконец, самое приятное – стираю старую одежду. На этом все. Любуемся результатом. Если понравилось видео, то не забудь поставить лайк. Всем спасибо за просмотр!